моей мамы были большие проблемы. Она очень плохо ходила. Она уже собиралась заказывать себе ходунки. Маме 74 года сейчас. И мы начали вместе с ней кушать. И каково же мое удивление, во-первых, и мой восторг был, когда моя мама на пятый день пошла, друзья. Она сейчас хорошо уходит. У нее нормализовалось полностью давление. Ее собирались снимать, вот должны снять скоро с учета по давлению. Она более 20 лет на учете по давлению состояла. У нее 116 килограмм было лишнего веса. Она постройнела, сбросила 17 килограмм лишнего веса. И сейчас какие ходунки! Она меняет туфли, она поменяла гардероб, она энергичная, она активная. Но, знаете, друзья, мой отец, он очень большой скептик, он сам военный в прошлом, и скептик, и не верил в клеточное питание, говорил, что это лохотрон, просто выкачка денег из вас. Я не стала с папой спорить, но мама сильно огорчилась, а я маму успокоила. Знаете, друзья, на тренинге как-то Андрей Артурович говорил, и говорит сейчас, не надо никого заставлять, заставлять кушать продукты клеточного питания, просто показывайте свой пример. Я маме сказала об этом, успокоила ее, и мы с ней начали дальше кушать питание наше и получать результаты. Когда моя мама пошла, когда мама начала хорошеть, молодеть, энергичная, активная, конечно, папа не выдержал. Он сказал, дайте я тоже попробую. И папа попробовал. И по сей день мы уже 2 года кушаем всей семьей. У папы шикарные результаты по здоровью. Папа уверовал и полюбил клеточное питание после того, как у него была онкология в голове. Более 40 лет у него не проходила болячка, ну, рак кожи была. У моей бабушки такая болезнь была. И когда у него, представляете, 2 полных месяца не прошло, когда у него это сошло на нет, папа просто уверовал в этот продукт настолько, у него есть сейф, я не устаю об этом говорить, и этот сейф полностью набит клеточным питанием, и он зорко следит, чтобы продукты клеточного питания там не заканчивались. Он считает, сколько приемов пищи осталось. Кушают каждый день, каждое утро с клеточным питанием. А мы научились пить воду, делать зарядку. Моя мама делает зарядку. И у папы вот такие вот шикарные результаты пошли. Поверил. У него минус 4 килограмма, хотя он не страдал лишним весом никогда. У него начали сгибаться свободно пальцы на руках. Разгибаться. И он очень счастлив, очень рад. У меня, у самой, друзья, ушел зоб. Гастрит, изжога, отеки, одышка. У меня был лишний вес 84 килограмма при росте 1,67 м. У меня сейчас минус 21 килограмм лишнего веса. Я на себе буквально таскала мешок картошки. Вы представляете? И самый главный мой результат. Мне отменили 6-ю операцию на левую грудь. И в этом году я проверила снова у мамолога, прошла все процедуры, и он подтвердил, что у меня опухоли груди нет. Я настолько изменилась, друзья, благодаря Академии «Успех вместе», благодаря вот комплексному решению, знаниям, клеточному питанию, всем рекомендациям. Я изменилась не только, вот, и внешне изменилась, но не только внешне. Я начала меняться внутренне, у меня начало меняться мышление.